И всем привет, друзья, с вами я, Димога, сегодня один, с Лимоном. Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня, ребята, будут отвечать на ваши вопросы, ну а мы погнали. Шеф, музычку? Так, Настя Плей, кушать хочешь? Нет, на какие оценки? Учишься на 4-3, хочешь взорвать школу? Тут даже вопросов нет, да. Хочешь какой-нибудь куда-нибудь переехать? Переехать бы хотел в Москву. Дальше. Лимонадик ТВ. Так, погодите, мы куда-то заехали. Когда начал развитие своего канала? 8 месяцев или 7 месяцев назад? Есть любимые режимы в Roblox? Да, вроде бы КБРО и Jailbreak. Так, отношение к YouTube Shape, Лера. Ну, нормально к ним отношусь. Блин. Лимон там копы. Лимон. Лимон, дебил. Лимон, ты отзывай. Агас. Ну, наверное. Да, наверное. Любимые игры, кроме Роблокса. Ой, что-то слово, я даже не знаю. Стандов? Да, стандов. Любимый хобби. Карате. Сколько тебе лет? Мне 13 лет. Дальше. Панда. Как меня зовут, да? Меня зовут Дима. В каком ты классе? Это секрет. Как начал играть в Roblox? Как я начал играть в Roblox? У меня друг, короче, посоветовал эту игру, мы с ним начали играть в это. Так, как ты стал ютубером по Roblox? Как я стал ютубером по Roblox? А как я стал ютубером по Roblox? Ну, просто начал видосики снимать. Так, дальше, Roblox. Дальше ли ты мне Robux? Не знаю, нормальный я человек? Да, ты нормальный. Есть ли у меня девушка? Да, есть. Дальше. Тихо, мы что-то... там пусть проехала, ну. Так, Сильфигам. Сколько денег? На Киви или где? Если джейлбрейки, то 536 тысяч. Что делаешь, когда отдыхаешь? Отдыхаю, я чилю с друзьями, во что-то играю. Ну, например, КБРО с Лимоном играю. Или с другими ютуберами снимаю видосик. Дашь ли ты мне робокс? Не знаю, можно ли снимать видос как тут. Да, можно, но я без ЗВ с тобой буду. Ты можешь ко мне в любой момент зайти просто. Блин, водила я от бога, конечно. Роблокс нравится лично, я его покину. Ну да, мне Роблокс по сути нравится, прикольная игрушка. Тут всегда добавляют новые игры. Это очень нравится. Блин. Как относишься к Among Us и к Roblox? Ну, Among Us нормальная игрушка, в Roblox ее, конечно, могли бы получше делать. Типа, убийца бы мог тоже задание делать, а то он, типа, он задание делает, он слишком палится, поэтому... Так, следующий. Ё-моё, тут ремонт задал. Так, Денчик, так, первый я просто пропущу, что больше всего... Тебе расстраивает на ютубе. Когда типа Денчик там лайки ставились где-то 20-25, и ютуб просто тупых убирает. Или подписки типа просто убирает. Это очень сильно расстраивает. Сколько хочешь подписчиков? Ну, 500 для примера хотя бы. Сейчас так походим. Да не... Так, это тоже я пропущу. Когда апнешь 1000? Я вообще хочу апнуть 1000 на свой день рождения 19 марта. А так, я не знаю. А будет ли еще какой-нибудь контент по КБРО, кроме мумиков? Наверное, да, я устрою турнир по КБРО. Поцелуй или пощечина? Пощечина. Так, Лимон. Сколько у тебя? 300 вопросов. Господи, я... 30, говорю. Да. Когда покажешь лицо на 1000 подписчиков, сколько ты думаешь робуксов? 5000, 4000 где-то так. Ты действенник,
не знаю. Сколько было девушек, тоже секрет. И топ-5 игр по Roblox, с твоим мнением. Первый Кабаро. Хотя Кабаро там не банят за читы, он у меня на втором месте. Первый Jailbreak. Там банят, меня забанят. Тогда не знаю. Третий Among Us. Ну, я не знаю, как он произносится правильно. Извиняюсь. Ну, четвертое. Ну, пятое это Adopt Me. Четвертое, я не знаю. Какой самый большой донат тебе донили? 200 или 300 рублей? Ты лысый? Нет. Ты... нет. Какая твоя первая игра в Roblox? В смысле, Лимон? Ну, в первую поиграл. В Jailbreak. Помнишь Лекса? Да, помню. Сколько мы с тобой дружим? 1 или 2 года. А сколько... Ой, сколько... Сколько играешь в Майн? Я в него играть начал в 10 где-то лет. Какие у тебя игры? На телефоне? О, господи, заряд, этот вопрос задал. Я потом, может, на стадии монтажа это все сделаю, если не забуду. Так. Любимый цвет, цветок, запах, еда, напиток, музыка, игра, увлечение, кино. Любимый цветок, роза, может, запах, говна, ой, не то. Еда, пельмешки, напиток, спрайт, музыка, рэп, игра, Роблокс, увлечение, а, не знаю, кино. Ну, хоррор какие-нибудь. Есть ли домашние животные? Барсик, котик. Какой твой страх? Увидеть Лимона ночью в трусах? Так. Кто делает тебе превью? Мне разные дизайнеры делают. Какая любимая игра, кроме Roblox? Standoff 2, Among Us. Не знаю, как он это произносится, снова извиняюсь. Ну и Майнкрафт. Ну я так в него не играю, конечно. Так, сколько лет? Мне 13 лет. Зачем ты снимаешь? Я снимаю просто так. Поменял подписчиков на деньги? Нет. У тебя есть семки? Семки сейчас нету. Так бы... А, нет, были, погоди, где-то были. Так, какую машину бы ты хочешь? Ну, пока что не знаю. Какой ты знак? Я рыбы. Какой твой любимый два предмета в школе? Физра? Да больше никакой. В какой год ты родился? В 2007. Какой у тебя номер телефона? Это секрет. Ты ленивый? Я ленивая жопа, которая не хочет выпускать ролики. Но я такая ленивая жопа. Вроде бы... Походите, вроде бы все, да? Так, да, вроде бы все. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Димон Гамес, и Лимон Плей. Всем пока. Всем удачи и покедова.